Приветствую вас, друзья и недруги. 22 ноября, день рождения Ильзы Лепа, представительницы самой знаменитой балетной династии Советского Союза. Через год ей, кстати, будет, не принято палить возраст женщин, хотя это абсурдно, потому что существует Википедия и все прочие интернеты. Ну ладно, скажем, юбилей. Через год у нее будет юбилей, я очень рассчитываю на очередную встречу с ней. А сегодня просто вот решил оставить небольшой фрагмент одной из предыдущих наших бесед. А вот насчет деток. Есть такая актриса Ломоносова. Она была балериной. Она была в картбалете. Потом поняла, что у нее перспективы нет, прямая она не станет, стала актрисой. И она рассказывала мне, что в училищах в балетных вообще там достаточно жесткая дедовщина. То есть вот там маленьких обижают. И это опять же мы возвращаемся к тому, что не каждая девочка может вот пройти через это. Вы знаете, вот все эти страшные истории про балет, про стекло, которое высыпают в пуанты, про пачки с отрезанными крючками перед выходом, они мне абсолютно никогда в жизни не встречались. То есть это мифы? Ни мой отец никогда не находил в своих туфлях стекла или иголок. Иголки встречаются только тогда, когда их случайно забывают мастерицы. Это бывает, правда. Но это не какая-то соперница, которая воткнула вам иголку в костюм, я вас уверяю. Учиться профессионально балету – это непросто. Но это так же, как непросто все в жизни. Что в жизни просто? Ну, если ты хочешь делать хорошо, то все требует, и изучение языка требует… Ну, конкуренция же существует, наверное, как… Она везде существует. Да. Ну, везде. А, кстати, вы видели «Черный лебедь»? Фильм. Да, я не люблю этот фильм очень. Ну, вы видели его. Да, конечно. Это не, вы не любите, потому что что? Потому что это неправда, это... Вы знаете, я возмущена, что американские деятели киноискусства, как Орлова с Александровым говорили, что они берут русскую тему, русский балет «Лебединое озеро», музыку Чайковского и собирают туда всю гадость, которую только они способны собрать. Почему они не взяли какую-то американскую, не знаю, почему они не взяли Гершвина и какой-то современный балет, да, вот чтобы эта балерина готовилась вот к такому спектаклю. Почему они лезут в нашу культуру? Потому своими что грязными руками. Потому что это мировая культура. Потому что Вы, знаете, это мы же сами начали с того, что русский балет – это самый лучший. И это, да, это, но это же наше достояние, это не их достояние. Как гениально сказал мой брат, я люблю это очень цитировать, когда в Америке его спросили такой с издевкой, скажите, почему вы так уверены, что русский балет самый лучший? У нас вот тоже американский балет такой прекрасный. Андрис очень просто сказал, что, вы знаете, у нас балету 200 лет, а у вас стране 200 лет. Ну, отлично, да. Это, кстати, очень... Согласитесь, что кино-то они снимают лучше, чем у нас. Вот, ну, вот есть хоть один фильм отечественный про балет, который, вы бы сказали, что это прекрасно, хорошо, и надо всем деткам его смотреть для того, чтобы понять, что это такое. Нет, вы знаете, дело в том, что «Черный лебедь» не надо смотреть. Это фильм не про балет, он просто совершенно про другой, он про человеческие гадости. Вот и все. Ну как, там, где человеки, там и гадости. Давайте мы будем. Александр Сергеевич Пушкин сказал: может быть, я и гадок, и мерзок, но не так, как вы. Понимаете, может быть, мы гадкие и мирские, но не так, как они. Это очень, очень патриотично и очень в тренде. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».Вчера мне приснился удивительный сон о девушке, превратившейся в лебедя. Ее принц влюбился в другую, и тогда прекрасная лебедь убивает себя. Фильм, открывший Венецианский кинофестиваль 2010 года. Надеюсь, в этом сезоне он даст мне роль поважней. Давно пора, ты давно танцуешь. И больше всех отдаешь искусству душу. Фильм Даррена Аронофски. За нашу новую королеву лебедей, несравненную Нину Сирс. Режиссеры фильмов «Рестлер» и «Реквием по мечте». Я Лили. Ты будешь блистать. Посмотри, как она двигается. Чувственно. Никакой фальши. Соблазняй! Нападай! Нападай!
Откуда это у тебя? Не обращай внимания, моя милая девочка. Почувствуй прикосновение, реагируй. Ну и замашки у препода. Не хочу об этом говорить. Тебе точно надо расслабиться. Это все из-за роли, да? Такое напряжение, я еще тогда говорила. Что она здесь делает? Я твоя замена. На пути у тебя стоишь лишь ты сама. Как ты узнала, где я живу? Секрет фирмы. Она преследует меня. Никто тебя не преследует. Прошу, поверь мне. Милая, милая девочка. Во что превратилась моя милая девочка? Ее больше нет. Номинант на премию «Оскар» Натали Портман, Венсан Кассель и Мила Кунис в фильме «Черный лебедь».